Всем привет, вы на канале Bear Hunter. Сегодня будем стрелять стрелами игла Bear Hunter. Длинненькие такие стрелы, одну я зарядил, с 33 метров. 33 метра дистанция, но все-таки я считаю, что Doom Mini рассчитан метров на 20. Ну, на 25, но 30 метров это слишком дальнее расстояние для маленького арбалетика. В кругляшок попал. Стрела слишком длинная, надо маленько укоротить, наверное, мне кажется. Хотя скоро Bear Hunter выпустит офигенные стрелы для маленьких арбалетов. Супер точные будут. Я об этом вам не говорил. Слушай, там собаки вон дикие. Слышишь? Шмальнем? Чтобы они больше тут не лазили по оврагам. Ух ты, блин. Дернул руку. И влево прям стрела капитально ушла. Да ё-моё, опять так же сделал, а? Главное, на курочек надо нажимать. Первые два раза нормально стрельнул, второй раз сдернул. Так, ладно. Пойдемте посмотрим. Первые два выстрела прям нормально было. Потом расслабился, и какая-то ерунда получилась. Они влево ушли вверх. Самый первый выстрел вот сюда. Второй вот сюда. Третий сюда. Четвертый, пятый. Ну, как-то вот так вот. Че, еще раз стрельнем, что ли? Не туши, давай на ускоренно уйдем. Иди пока. Вторая серия выстрелов. Так, собачка. Иди сюда, иди сюда. Собачатина. Я, конечно, не азиат. Собачку есть не буду. Да блин, вот сносит туда и все. Что за ерунда? Ладно, поправочку сделаем на ветер. Ну вот, прицел у меня просто не настроен был. Это я первые два выстрела дергал, оказывается. Прицел что сместился у меня. Или поправ... О, все, ветер пошел. Ветер-то видно, что гуляет? Ну, при ветре самое то стрелять. Ну все, поправку я сделал, я понял, в чем у меня проблема была. Прицел маленький я не так настроил. Нечего на ветер тут гневить и все остальное. Надо просто прицел понастроить получше. Пошли посмотрим. Опять же, я недолго метился, я быстро стрелял. Четыре стрелы свинью. А вот это вот плохо стрела полетит. Я здесь эту замял. Все, третий раз. Стреляем, что ли, третий раз? Ну, пойдем. Я тебе буду говорить дорогу, чтобы ты не звезданулся. А то первый раз пришлось выключить. У меня оператор упал и выругался. Поэтому пришлось выключить. Все, пойдем на быстрый. Интересно, в глаз я попаду или нет, хренделя?
сейчас капитальная стрела не туда, куда надо ушла. Мне нравится это. А сейчас заломанное перо, не знаю, как она полетит. Пойдет. Понял я, в чем причина была, поэтому он первым, блин, комом, давно из него не стрелял, и дальше кольцо маленько сбился. Ты из него не стрелял? Отправил труба. Такое ощущение, как будто его на близкую дистанцию настроили. Пришлось с маленькой поправкой делать. И вот смотрите, ну одна стрела сразу сказала, что не так пошла, перо замято, а так, смотрите, сначала хотел в глаз подпасть, потом думаю, ладно, лучше в кружок самое главное. Ну, смотрите, в принципе, дум мини 33 метров достаточно кучно бьет, правильно? В отличие от агрегаторов с тоненькими стрелами, эти стрелы-то я считаю, что нормальные. То есть стрела-игла, где она, правильно что я показываю, во. Видно? В принципе, нормальная стрела, только ее надо маленько укоротить, чтобы она туда не пролезала. Хотя, с другой стороны, и так нормально. Но стрелять вроде кучно. Единственное, я когда вот эту стрелу вытаскивал отсюда, я перо маленько занял, чтобы вытащить ее. А так, смотрите, из 5 стрел 3 прилетели сюда. А это я в глаз целился, честно сказать. Но у меня, знаете, как поправка была, я вот сюда метился. Я метился сюда, попадал вот сюда. Сюда метился, я вот сюда метился, чтобы вот в глаз попасть. Ну вот видите, маленько прицел надо поднастроить, что-то он сбился. Походу брат, оператор у меня пострелял в свое время, и мне ничего не сказал, да? Братан, что ты голову-то мотаешь? Ну все, ладно, нормально все. Ну видишь, первый блинком у нас получился, зато вторая и третья стрельба нормально. Так что я считаю, что на охоту можно с Doom Mini идти спокойно. Стрелы нормальные, кучность я считаю, что нормально. Если вы хотите кучность вот такую вот, с 33 метров, это вам нужен Doom Armageddon, который стоит 350 тысяч, а в подарочном варианте пол ляма. А сколько он? За 50 тысяч... Doom Mini, по-моему, 50 тысяч лет. Ну, с обвесами, с тетевой, я думаю, где-то, да, в районе полтоса. Я считаю, что вариант нормальный. По крайней мере, если пойдете куда-нибудь на охоту, это морская свинка. Крюндель-то будет, на самом деле, побольше, правильно, кабанятина или еще тут. Грубо говоря, в кроликов вы с 5 стрел попадете, однозначно. Так что вот так вот как-то. Я считаю, что результат полностью я доволен. Самое главное, пристреляться. А то я давно из него не стрелял, стрелял только из других. И из близкого расстояния. Так, ладно, что-то я заболтался. Как вам такие стрельбы? 15 выстрелов. Пишите комментарии. Кто не подписан, подписываемся на канал Бирхантер. Метатель все может. Всем пока. До новых встреч. Лайк ставим однозначно тоже. Всем пока.